Единым фронтом против общего врага. Ветеран боевых действий в Афганистане Михаил Кравцов. Почти 2 года исполнял свой интернациональный долг за пределами Родины. Что такое любовь к Отечеству и как важно ценить те минуты, которые могли бы быть последними. О воспоминаниях военных лет, о чувстве долга перед страной бывший участник афганской войны поделился с Майей Хамдоховой. Есть такая профессия – родину защищать. Шли на войну и не строили никаких иллюзий. Первое, что приходило в голову – как защитить семью и честь родины, рассказывает Михаил Кравцов, ветеран боевых действий в Афганистане, который попал в воздушно-десантные войска 38 лет назад. Выбрав профессию парашютного спорта еще до службы в армии, наш герой точно знал, что его призовут на войну. И по его словам, выбора ехать или не ехать у него не было. В те времена не служить в армии было позорно, начнем с этого, с предыстории. А, во-вторых, до армии я занимался парашютным спортом, и еще за год до призыва я знал, что меня отправят в Афганистан. То есть меня предупредил военком, что ты парашютист, закончил курсы еще и от военкомата, пойдешь в ВДВ в Афганистан. Сомнений о том, чтобы не идти, даже не было. Сейчас непростое время для молодых бойцов, говорит ветеран боевых действий. Но несмотря на тяжкое бремя, которое выпало на их долю, я горд за наших ребят, которые в эти дни выполняют государственные задачи в зоне специальной военной операции. Михаил Кравцов отзывается о них как о настоящих героях, демонстрирующих стойкость и отвагу, верность долгу и чести. Пока наши ребята выполняют задачи в зоне СВО, мы поддерживаем их семьи, родных и близких. Михаил Кравцов рассказывал о своем боевом опыте в Афганистане, о том, как с боевыми товарищами защищали интересы своей страны, находясь вдали от родины, о своих наградах. Будучи прапорщиком, я был старшей парашютно-десантной группы поисково-спасательной службы, город Кабул. И наша задача входила в том, что мы поднимали сбитых летчиков борта. То есть и эта медаль была получена за то, что мы спасли экипаж под обстрелом духов. Каждая последующая война тяжелее предыдущей, рассказывает Михаил Кравцов. И как в любой войне теряешь тех, с кем воевал бок о бок. И как бы грустно это ни звучало, только потеряв, мы начинаем ценить. С тех самых пор Михаил точно знает, что такое верность и любовь к родине. Знает цену боевому братству, чтит память о тех днях и понимает, как важно донести до молодого поколения бойцов, которые добровольно идут под обстрелы, что война закончится, а любовь к родине останется навсегда. Майя Хамдохова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.